Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Участвуйте в программе накоплений «Рента». Увеличивайте ваши средства на самых выгодных условиях. 18% годовых по сбережениям. Подробности по телефону 652001. Улица Красина, 56. Двери, ламинат, линолеум, паркет, пробка, ковролин, обои, фрески, 3D-панели, люстры ждут вас в магазине «Декор» по улице Невежина, 1. При химических реакциях ядра атомов не меняются, образуются... Лекция профессора Петрова. ...химические вещества... Лекция профессора Петрова на скоростном мотоцикле. В оживленном потоке. На скорости все становится эффектнее. 4G. Мотив к переменам. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Хотите выгодно хранить свои сбережения? Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» подготовил для вас различные накопительные и доходные программы. Привлекательные процентные ставки. Улица Красина, 56. Телефон 652001. Новая коллекция. Ламинат, линолеум, паркет, ковролин, люстры. Новогодние скидки на обои. Магазин «Декор». Улица Невежина, 1. Реально все для смартфона. Бесплатные звонки на любые номера, смс-сообщения и, конечно же, интернет-трафик на высокой скорости 4G. Выгодное предложение от оператора сотовой связи «Мотив». Подробности в офисах продаж и обслуживания компании «Мотив». А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу Зауралье окажется в зоне влияния атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом снеговой облачности, при температурном режиме на 5-8 градусов выше климатической нормы. В Тюмени -3, -5, Екатеринбурге -2, -4, возможен небольшой снег, Челябинске -5, -7, без осадков. В Кургане облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, умеренный, температура воздуха -8, -10. Днем в Кургане облачно, кратковременный снег, ветер южный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха -3, -5. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба. 20 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!